infinity, everything I want is just to rush. Push, cash. Standing at the machine every day for all my life, I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush. Push, cash. The machine every day for all my life, I used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Every day for all my life, I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Thank you.
Среди миров, созданных человеческим духом, мир Винчун является одним из самых загадочных и увлекательных. Таинственные истории о девушке, создавшей новую систему воинского искусства, рассказывают нам о возникновении школы «Легкий ветерок» или «Цветущая весна». Именно так, в переводе с вьетнамского, звучит имя Винчун. Неполные родословные Винчун, приводимые в книгах и передаваемые из уст в уста учителями, изобилуют несовпадениями, видимо, приоткрывая взглядом учеников отдельные ветви генеалогического древа школы, корни которого скрыты в тени веков, а крона теряется в семейных кланах китайских и вьетнамских мастеров, пряча истину под покровом времени. Современные представления о Винчун связывают с именами недавно ушедших из жизни мастеров Ипмена из Гонконга и Дуконга из Вьетнама, за которыми следует целая плеяда мастеров, развивающих Винчун во многих странах мира. Наше знакомство с Винчун произошло около 15 лет назад, благодаря встрече с учителем из Вьетнама, мастером Хуан Винзаном, в настоящее время собравшим в ханойской школе мастеров Винчун последователей знаменитого Деконга. Незабываемые уроки учителя, увлечение его личностью, недосказанность его слов породили огромное желание ближе познакомиться с этим удивительным искусством. Согласно ветхой заветной истории, человечество со времен грехопадения Адама и Евы вступило на путь самосовершенствования. Старая пословица гласит: заблуждение катится под гору по наклонной плоскости, тогда как истина должна прокладывать путь в гору. Вся мировая религиозно-философская практика была направлена на формирование у человека понимания момента истины. Сложная система Куана, являющаяся прерогативой таких направлений, как даосизм и дзен-буддизм, стройный свод конфуцианских правил, составили основу медитации как единого метода посвящения мистерию Востока. А также более поздняя практика молитвы, появившаяся после сформировавшегося понятия единого Бога, давали возможность человеку, в зависимости от его культовой и религиозной принадлежности, прийти к состоянию просветленного разума, почувствовать себя подобным Богу. Это состояние сознания называют самадхи, состоянием будущего, святым. Оно свободно от мыслеобразов, уносящих в мир иллюзий. Оно обращает человека к глубинным слоям сознания, где и обретается сатва. Не случайно, ведя разговор о воинском искусстве Винчун, мы уделяем особое внимание состоянию невозмутимого сознания, так как, пребывая в нем, человек становится неуязвимым. Облака и туман, лишь они создают превращение, а над ними луна неизменна, и солнце сияет. Побеждает один, даже до поединка, тот, кто думаниями тяготится, а всегда пребывает в созерцании начала. Говорить о моменте истины так же сложно, как невозможно дважды вступить в одну из уже водных горной реки. Не зная, что истина близко, люди ищут ее далеко. Как жаль, они уподобливаются тому, кто, стоя в воде, умоляет, чтобы ему дали напиться. В неведении мы спешим в погоне за новизной, и однажды, остановившись, с удивлением обнаруживаем, что этот мир был всегда вокруг нас. Впитав в себя мудрость, опыт и знания,
знания Востока, венчу нас новые на тех философских принципах, которые тысячелетиями отшлифовывались в буддизме и прежде всего в даосской традиции. Понимание момента истины является ему основополагающим умением. В экстремальной ситуации, требующей принятия порой молниеносного решения, нет возможности вспоминать прошлый опыт наставления или предаваться размышлениям о будущем. Совершаемый поступок определяет, насколько подготовлен человек к адекватному влиянию того, что происходит вокруг. Поступки в едином моменте времени объединяется прошлое, настоящее и будущее. И в его внешнем проявлении мы можем почувствовать, по словам Карлоса Кастанеды, манифестацию духа. Воинское искусство венчун – это прежде всего воспитание духа. Воин – это человек, который ведет постоянную борьбу с самим собой. Получить знания в воинском искусстве – значит прояснить все, что затуманивает правду жизни. Мудрецы говорят, пока человек не познал истину, он воспринимает горы как горы, а реки как реки. Когда он улавливает проблески истины за счет наставления хорошего учителя, горы перестают быть горами, а реки – реками. Но потом, когда он действительно достигает сакрального покоя, снова горы становятся горами, а реки – реками. Все неясные понятия должны исчезнуть прежде, чем ученик может назвать себя мастером. В трактате Лао Цзы Дао Дэ Цзин сказано: в мире большое разнообразие вещей, но все они возвращаются к своему началу. Возвращение к началу называется покой, а покой называется возвращение к сущности. Возвращение к сущности называется постоянство. Знание постоянства называется достижением ясности. А незнание постоянства приводит к беспорядку. В результате знающий постоянство становится совершенным. Тот, кто достиг совершенства, становится справедливым. Чем больше мы погружаемся в естественную жизнь, тем меньше мы нуждаемся в каких-либо методах самосовершенствования. Окружающий мир во всей своей изменчивой и неповторимой полноте становится школой воспитания духа. Воинское искусство называют законченным мастерством техники, которая развивается за счет отражения внутри души. Только тогда, когда поступок и его суть объединяются в едином порыве, обретается истина. Окончательная цель воина – использовать жизненную активность, чтобы стать мастером жизни. Примерно 2000 лет назад великий Будда говорил о том, что все сущности во Вселенной образованы сочетанием темноты и света, полного и пустого, вдоха и выдоха, любви и ненависти, иными словами, двуединством инь и ян. Материя возникает тогда, когда внутренняя инь и внешняя ян встретились. Она исчезает, когда инь и ян разделены. Таков всеобщий закон Вселенной, когда созидание и разрушение сменяют друг друга. Являясь техникой малого круга, венчун находит родственное понимание принципа взаимопревращения двух сил у древнекитайского искусства движения тайцзи цюань и японского айкидо. Сила мастера венчун должна быть мягкой, только тогда она становится тверже металла. Не случайно венчун особое внимание уделяется развитию чувствительности. Для этого применяются упражнения,
которых получил свое отражение метод прилипающих лет, или по-китайски Чинцао. Искусство Винчун относится к внутренним школам кунг-фу, поэтому развитие чувствительности непосредственно связано с пониманием течения внутренней энергии, использование которой является фундаментальным умением каждого мастера. Древние говорили: в самом себе не имей где пребывать. Следуй формам вещей вокруг себя. Будь текуч, как вода, спокоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина. Соединяйся с несогласным, обретай потерянное. Не стремись опередить других, но неотступно следуй за ними. Движение следования развивает крепость тела, души и духа, позволяет научиться чувствовать пустоту и наполненность движения партнера. Только дохнет ветерок, ветви на ветку ивы, бабочка только отходит. Подобно течению реки, движение исследования непрерывно. Там, где оно прерывается, человек становится движением. В основу движения исследования заложено природное понимание податливости, благодаря которой происходит взаимопревращение мягкости и тяжести. Принимая форму движения партнера, мастер Винчун становится неуловимым в своих действиях. Он никогда не нападает первым, но, обладая развитой интуицией и вдохновительностью, восхищает намерения партнера и возвращает ему его же импульс, используя инерцию вращения. Сила этого импульса подобна силе бревна, подложенного под основание пирамиды, передвигающего ее с места на место, благодаря своему вращению. Мысленная ось, проходящая вдоль позвоночника через тело человека, в искусстве Винчун получила название «центральная линия». С метафизической точки зрения через нее в человеке объединяются Земля и Небо. Она имеет важное значение при приятии и переработке информации, принятии решений и их осуществлении. По мере осознания роли центральной линии в общей жизнедеятельности человека и конкретно в искусстве ведения боя, у ученика формируется чувство физического и психического равновесия. Перечисленные принципы находят свое отражение в знаке школы Винчун и телепесковом цветке Слива, который символизирует собой и человека, и пять основных элементов – огонь, землю, воду, дерево и металл, лежащих согласно восточному учению в основе мироздания, а также пасхи, зависть и вращение. Восемь тычинок, расходящиеся из центра цветка в четырех основных и четырех промежуточных направлениях света, показывают линии распространения энергии, сила приложения которой в каждом направлении концентрируется в точке. Каждая точка отделена от линии силы, так как энергия распространяется в пространстве подобно радуге. Она выходит за границы тела, однако источник ее управления находится в его центре. Поэтому человек, овладевая искусством Винчун, достигает тайной зоны своего распространения, учится управлять своим существом. В этом фильме мы хотели познакомить зрителей с миром, многочисленные грани которого притягивают к себе своей заманчивой красотой. Однако нашему европейскому сознанию привычно, в отличие от восточного способа мышления, рисую картину общей и начальной, подвергая анализу его отдельных составляющих. Но кто знает, как нарисовать полет птицы? Может быть, и на этот раз истина осталась за пределами этих кадров. И вы склонились, и кажется мне,
Соловей на ветке, это не про душа. Thank you.